Привет всем! С вами канал World Style. Идея открыть собственный бизнес с минимальными финансовыми вложениями, а то и вовсе без них, кажется нереальной. Однако история знает немало примеров, когда люди достигали значительного материального благополучия, начиная в буквальном смысле с нуля. Основным фактором успешного развития бизнеса является оригинальность и рентабельность предоставляемых услуг. Исходя из этого, мы сделали подборку 10 лучших бизнес-идей, которые не заставят вас широко раскрыть свой карман. Начнем, пожалуй, с 10 места. Его занимает служба курьерской доставки. Этот бизнес можно начать в одиночку и потратиться только на проезд. Конечно, это не принесет великих заработков, но нужно же с чего-то начать, чтобы сделать большее. Инвестиции в бизнес составят не более $300. А окупаемость данного бизнеса всего один месяц. На 9 месте стоит бизнес с минимальными вложениями по полировке автомобилей. Это один из самых рентабельных бизнесов. Вложения не превысят $600, а ежемесячная прибыль составит от $500. Также вы можете в дальнейшем оказывать весь спектр услуг по уходу за автомобилем. Это может быть полировка фар, химчистка, покрытие жидким стеклом. Восьмое место занимает изготовление сладкой ваты. Ложку сахара вы продадите за $5. А расходы на такой бизнес не превысят $1500. И чистый заработок может составлять от $750 ежемесячно. Главное – верно выбрать место для продажи. Лучше расположиться и продавать в местах большого скопления людей. Чтобы избежать конкуренции, делайте необычной формы сладкую вату. Это требует дополнительных затрат и умений, но того стоит. Седьмое место в топе бизнес-идей – карамельные яблоки. Совершенно новый для нашей страны бизнес. Замечательно то, что он не требует огромных вложений, но дает гарантию иметь стабильный доход каждый месяц. Шестое место – аэросъемка. Такая съемка всегда будет пользоваться спросом. Сейчас активно входит в моду съемка с летательных аппаратов и 3D-съемка. Для данной цели необходимо приобрести летательный аппарат. Его называют квадрокоптер. Будет хорошо пользоваться спросом на свадьбах либо других торжествах. А слабая конкуренция будет способствовать наполнению вашего кошелька. На пятом месте стоит бизнес с малыми вложениями – грузоперевозки. Вы можете нанять грузчиков и принимать заказы на работу. Этот вид услуг сейчас имеет достаточно неплохой спрос. Четвертое место – сдача квартир в посуточную аренду. Одна из популярных тем на бизнес-форумах. Это может быть пустая бабушкина квартира или купленная в ипотеку. Этот бизнес не без минусов, но при правильном подходе можно хорошо подзаработать. На третьем месте бизнес с минимумом вложений на доставке обедов «Домашняя кухня». Домашние блюда очень вкусны и полезны, поэтому такие обеды пользуются популярностью. Достаточно найти двух крупных клиентов, которые имеют по 20 работников, которые помогут вам заработать до $700 в неделю. Второе место в топе бизнес-идей с минимальными вложениями занимает кофе на вынос или кофе в пробке. Наверняка каждый из вас покупал кофе с собой.
Этот бизнес не требует больших вложений, но не стоит забывать о конкуренции. Если кофе на вынос уже на каждом углу, то кофе в пробках – это новая идея зарабатывать хорошие деньги без конкурентов. Ну и, наконец, на первом месте – изготовление мебели из палетов. Это экологично, недорого и стильно. Это новая идея – сделать мебель из транспортных поддонов. От такой тары стараются все избавиться и выбросить. Но благодаря смекалке люди придумали делать из ненужного стильную мебель. Это большая ниша в бизнесе, и остается только взять и воплотить эту идею в жизнь. Вот таким был топ отличных идей для начала твоего бизнеса без вложений. А какие еще идеи знаешь ты? Пиши в комментариях под этим видео, а также ставь большой палец вверх и жми подписаться на канал, чтобы не пропустить интересные факты нашего необъятного мира.